Один из самых курьезных памятников Мозельской долины находится в славном городе Коблинце. Монументальный фонтан из ландского черного мрамора установлен напротив древней романской церкви святого Кастора. В 1812 году французский комендант Коблинца, в приступе безудержного патриотизма и буквально задыхаясь от переполнявшей его гордости за великую Францию и непобедимого Бонапарта, приказал выбить на фонтане золотыми буквами следующие слова. 1812 год. В память о военной кампании против русских, префектора Жюля Дуазана. Однако уже в новогоднюю ночь 1814 года русская армия форсировала Рейн и без боя захватила брошенный французами Кобленц. Сам город на немецком углу стал одним из опорных пунктов для дальнейшего продвижения русских войск на запад. Фонтан же, установленный в память о начале русской кампании, вовсе не вызвал гнева русской администрации. Даже напротив, надпись было решено не убрать, а дополнить. Комендант Кобленца оказался человеком с юмором, и теперь надпись на памятнике Великой Армии выглядит так. 1812 год. В память о военной кампании против русских. Префектора Жюля Дуазана. А снизу приписка. Увидено и подтверждено нами. Русский комендант Кобленца. 1 января 1814 года.